Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO, где выбираю самые интересные и успешные, на мой взгляд, проекты. И это мой третий выпуск по проекту OneX Beetle. И заключительный. Так, сразу, что мы тут можем увидеть далее на сайте, это дорожная карта, расписанная со второго квартала 2017 года по четвертый квартал 2019 года со всеми их планами. Вот здесь можно ознакомиться. Далее, информация для начинающих и профессиональных трейдеров. Для тех, кто только начинает заниматься криптовалютой, OneX Beetle имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, где пользователи смогут улучшить свои торговые навыки. Чтобы сделать торговлю более прибыльной для профессиональных криптотрейдеров, OneX Beetle предлагает ключевые функции, такие как работа с несколькими биржевыми счетами, торговые индикаторы, превосходная скорость и многое другое. Также информация по безопасности. Ключи API будут храниться локально. OneX Beetle не отправляет ваши ключи на сервер, они сохраняются только на вашем компьютере. Ваши средства только ваши. Невозможно вывести деньги через приложение, даже если кто-то получит доступ к вашему компьютеру. Третье – это шифрование. Вся информация, доставляемая на бирже из приложения, проходит по зашифрованным каналам с 2048-битным стандартом. Ну и, наконец, полная анонимность. OneX Beetle не требует личных данных, кроме адреса вашей электронной почты. Вы полностью анонимны. Вот список поддерживаемых бирж, пожалуйста, перед вами. И здесь можно познакомиться с командой данного проекта. Каждому члену команды зайти в профиль, Instagram, Facebook, Twitter. И про каждого почитать всю информацию, кто где работал, чем занимался, какой у кого опыт в данной сфере имеется. Ну и также вот здесь есть ссылочка на бета-версию приложения, абсолютно свободная, бесплатная. Ну и здесь можно подписываться на последние новости проекта в социальных сетях. В принципе, по разбору проекта уже можно сказать, что он серьезный довольно-таки, очень интересный. Так что вкладывайте сюда и зарабатывайте на этом деньги. А еще раз напомню, что мой канал — чисто информативный характер, и куда вкладываться — выбор только за вами. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!